«Помощь другим как смысл жизни» форум серебряных волонтеров Чувашии открылся в Национальной библиотеке. С теми, кто молод душой, пообщалась Татьяна Трофимова. Татьяна Тихонова – экспресс-бабушка со стажем. Участвует в проекте с 2015 года. В Чебоксарском центре социального обслуживания населения каждый год она вместе с другими серебряными волонтерами осваивает новые направления помощи и поддержки нуждающимся. У нас есть несколько проектов с хором «Калинушка». Сейчас мы готовим сказку для наших детей, для наших бабушек, новогоднюю сказку, с которой мы скоро выступим. Потом у нас есть кукольный театр, в котором мы сами шьем костюмы, пишем роли, рисуем декорации, играем. Вот недавно совершенно мы 3 числа, 3 декабря ездили, посетили 5 семей детей-инвалидов по нашему Калининскому району и показывали сказку. Семей, которые нуждаются в нашей поддержке, у нас достаточно в нашем городе. Летом в Чувашии открылся региональный центр серебряных волонтеров. Сейчас практически в каждом районе республики есть его филиалы. Взрослых волонтеров уже более 500. А сегодня у нас уже даже те пожилые инвалиды, которые находятся на надомном обслуживании, хотят стать серебряными волонтерами. Вот у нас была акция «Подари тепло детям». Это бабушки, которые вот практически из дома не выходят. Они связали теплые вещи для детей. Поделились своими дарами осени бабушки, своими соседями, многодетными семьями. На самом деле вот это направление очень-очень сильно развивается. Форум – это не просто приятные встречи с единомышленниками, а прежде всего полезный опыт и практики. На секциях серебряные волонтеры встретились с различными специалистами, поучаствовали в тренингах, получили полезную информацию и новый заряд для дальнейшей работы. Татьяна Трофимова, Бахтияр Велиев, Республика.